Всем привет, друзья, это канал X-Radio Kiss, как всегда я Олег. Насчет Карго было много вопросов, Карго и есть почта в Турции. За килограмм от 5 долларов, есть и за 4,5, это зависит от места, да, вот, от почты, точнее. А еще кое-что хотел уточнить, точнее, когда вы получаете свой товар от почты, да, вот, допустим, я отправил вам товар или кто-то другой вам отправил товар, вам там говорит килограмм, да, вот. Прежде чем открыть свой товар, как только мы скажем вам килограмм, вы проверьте, если у вас есть весы, найдите весы и проверьте килограмм, да, вот. Если одинаково совпадает, можете открыть. Если не открываете до этого, да, вот, может быть возникнет немножко проблемы. Поэтому прежде чем открыть, вам нужно проверить килограмм. Да, вот. Если вам я или кто-то другой сказал 20 килограмм, вы просто проверьте на весах 20 килограмм или меньше. Если меньше, вы сразу должны звонить мне или тому, кто вам отправил. И, короче, там уже, прежде чем открыть, вы должны это решать. Думаю, все понятно, все так можно решать. Смотрите, здесь куча товаров. Это было и в других видео. Закажите товары. Понятно, за килограмм 5 долларов. И прежде чем открыть, проверьте обязательно килограмм. Думаю, все понятно. До встречи, друзья. Не за то, чтобы не пропускать наши новости. До встречи.